Obwohl что ж ты делаешь-то, блядь? Ёбаный индюк, блядь! Да, есть такое, что к нам начальство приводит своих сотрудников. Ну да, чаще это, конечно, ну, можно говорить, условно-добровольно. Да. Андрей Борисович? Редко кто приходит сам. Да, ну, в общем, до встречи, но надеюсь, все-таки на нашу территорию. Да. Нет, Ванечка, после твоего волокордина. Нет, это не я. Маяк. Говорит и показывает.
Заигрался. Взял, подставил. У меня это на видео есть. Ну вот. Другая их дошлифовала. Ну, да, так вот, вот, да. Так вот происходит. На самом деле, не только, не только с музыкой. Да. Диско в наши дни. Вы сказали в начале интервью, что она вот-вот недавно родилась заново. Да, да, это сейчас прям вот... Идиот, блядь! Ну, пиздец, идиот, блядь! Потому что музыка вообще... А в чем она, нью или просто она вот...